Всем привет, девчонки, мальчишки, вы на канале Любов Михаил. И я вам представляю Hot Wheels. Машинка 64 масштабе. А почему 64 масштабе? Потому что реальный прототип уменьшился на 64 раза меньше. И эта машинка открывается вот так вот. Трехместная. Двигатель находится сзаду. Вот. Закреплено на двух заклепках. Низ пластиковый, верх металл. Вот. Выпуск автомобиля 2016 год. Компания Mattel. Made in Malaysia. Елену. Hot Wheels. Синяя заклепка и красная заклепка. На крутых катках. Машинка фэнтези придумана компании Hot Wheels. Сзади два пассажира, спереди водитель. Сделано под спорткар. Вот так вот она застегается. Оп. Как космическая такая автомобиль. Так, зеленое сверху покрытие. Сама вишневая, не желтые. Вот так вот она выглядит. Сзаду есть спойлер. Спереди тоже типа такого обтекаемого спойлера, чтобы машинка на большой скорости прижималась к трассе. Итак, двигатель тоже защищен железной перегородкой. Кому понравился ролик, подписывайтесь на мой канал. Михаил Любов и Фадей. Всем крепкого здоровья. Пока-пока. Не болейте. У нас еще много. Все впереди. Много видео и роликов разных. Всем пока-пока. До следующего видео.